Директор ФСБ России Александр Бортников назвал трудовых мигрантов очагом терроризма. В ходе заседания Национального антитеррористического комитета Бортников заявил следующее. Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляет граждане стран СНГ, прибывших в Россию в потоках трудовой миграции. После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в российских регионах, заявил руководитель спецслужбы. Таким образом, Бортников возложил всю вину за недавний теракт в Санкт-Петербурге на простых трудовых мигрантов. Российские аналитики считают, подобная политика российских властей связана с желанием пробудить в народе России чувство патриотизма ради сплочения вокруг нынешнего режима и перенаправить протестные настроения в российском обществе. Отец Путина!